Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А на моем канале очередная распаковка, очередная посылка до меня добралась. Ножницы, как всегда, в кадре во всех моих распаковках. Посылочка у нас такая достаточно увесистая. Ну, собственно говоря, давайте взвесим ее. Так, что у нас здесь? Примерно 400 грамм, ну, 395 граммов, так скажем, посылка весит. Здесь у нас по измерениям 0,4 килограмма заявлено. Так, заявленная стоимость 2 доллара. Хе-хе-хе. Так, это вот рисковые ребята на самом деле. Вообще, как бы, я предполагаю, что китайцам невыгодно здесь писать стоимость, отличающуюся от себестоимости реального своего продукта. Так вот, здесь при заявленных 2 долларов посылка мне обошлась 929 рублей или 16 долларов. Примерно добралась посылка до меня за 26 дней. Очень странно. Так, ну ладно, давайте с вами открывать посылку, смотреть. Так, внутри у нас должны быть написано Electronic Accessories. На самом деле это должны быть аккумуляторы 18650. Вот, я взял на пробу. Вот такие аккумуляторы. Давайте посмотрим, как они у нас добрались. Вот, ну и сделаем какие-то предположения по их качеству. Так, коробочка 1, коробочка 2. Здесь все внутри пусто. Смотрим, вскрываем. Так, смотрим, сразу же вскрываем вторую. Оба запечатаны, заклеены скотчем. Так. Так, вот они у нас такие розовые, женские, скажем так. Приятненькие. Так, ICR 18650-26F, EAI, EP. Все они у нас однотипные, судя по всему, с защитой. Заявленная производителем емкость должна равняться 2600 мАч. Ну, наверное, чуть попозже я их протестирую на заряд и на разряд, сколько действительно в них заливается. Результаты этих измерений через некоторое время появятся в описании к видео. Ну, визуально все нормально. Так, давайте с вами посмотрим, заряжены ли они у нас пришли. Вот, для этого я воспользуюсь пауэрбэнком от Sunshine. Некоторое время назад у меня была распаковка этого пауэрбэнка. Кто, кстати, ее пропустил, ссылочка будет вверху экрана, можно посмотреть. Давайте с вами посмотрим. Обычно банки приходят заряженные, ну, примерно где-то наполовину. Это, в принципе, нормальное состояние для вновь приобретенных банок. Состояние. Ну, в общем, в среднем где-то на 35% банки заряжены. Давайте еще раз посмотрим. Вот, там будет видно. Очень классный дисплей у Sunshine. Здесь показывается и текущий ток. Есть два порта, то есть, соответственно, на каждый порт он показывает, сколько миллиампер выдает каждый порт, состояние каждых банок, напряжение. То есть все очень подробно и доходчиво здесь показано. Вот. Вообще, в целом, очень удачный пауэрбэнк, я его рекомендую. Так, эти четыре банки мы проверили. 35. Давайте еще и остальные уж проверим. Измерять так все. Так, здесь у нас что? Смотрим. Здесь даже чуть поменьше, 32% заряжено. Ну, естественно, я их поставлю на разряд, потом на заряд. Можно будет оценить. Как я уже сказал, результаты будут в описании к видео. Вот такая, собственно говоря, посылочка у нас.
Предварительно, наверное, я пока могу порекомендовать производителя и лоты. Вот, если вдруг вы считаете, что я купил данные аккумуляторы по не очень выгодной цене, и вы знаете лучшие аккумуляторы по соотношению цена-качество, наверное, я и другие подписчики на моем канале будут вам благодарны, если вы приведете какую-то действительно стоящую информацию. Я же на этом свое видео, пожалуй, заканчиваю с вашего разрешения. Вам спасибо за просмотр моего видео. У меня же остались только формальности. Кто еще не подписался на группы в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании к видео. Если вы приобретаете этот лот, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую я и рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. Особенно я рекомендую второй сервис, потому что у него размер кэшбэка что-то около 6% на сайте AliExpress, а у первого на данный момент, по-моему, всего 4-5%. Ну и совсем последнее, если у вас вдруг будет настроение поддержать мой канал на произвольную сумму, то смело переходим по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!